Съедение и взять. Так, здесь тоже, видимо, будет шах. Шах. Ой-ой-ой, случалось есть. А тут нападение на шах. Да. Так. И все-таки съели, ушли. И еще раз съели и ушли. И еще раз съели и ушли. G4 готовить. А, или конь H2, это с идеей где-то конь G4, да, или ферзь G4, фигуры перевести. Очень приятная позиция у Полины. Ой, B5 это как-то... ну, во-первых, здесь слон D5 надо считать. Очень серьезно. После AB слон B5. Сейчас этим и занимается Полина. Может нанести. Треском, с хрустом съесть центральную пешку. Направление за белых здесь G4, пользуясь тем, что ходом E6 черные перекрыли. Перекрыли диагональ слону. Вот белая пешка таким образом пробегает на G5, оттесняет черного коня с поля F6. Ну, план белых ходит примерно такой. Да. Хода H4, слон E3, слон G2, ферзь D2, 3-0. Примерно так развиваются белые в этой позиции. Так, ну все. Видимо, все. Видимо, все. CB это было несколько оптимистично. Так, закончился ли на этом наш финальный поединок? Пытаемся понять. Было легко? Ну, на самом деле было легко. Особенно наблюдать, да? Накамура, кстати, скатился на 6-ю строчку. Но у нас опять, у нас просто эти турниры Карлсона, это какой-то кошмар для российских шахматистов. Не отбираются даже в нокауты. Не знаю, почему так происходит. Но то ли дело титульные вторники, да? Посмотрим на таблицу сейчас. Любо-дорого смотреть. Сказала я и... Ничего-ничего, наши подтянутся. Наших много.